Здравствуйте. Сегодня речь пойдет об автомобиле BMW 5 серии 39 кузове. Со временем ухудшилась динамика разгона и мощностные характеристики. Поэтому было принято решение проверить синхронизацию коленчатого вала с распределительными валами и проверить установку системы VANOS. Сейчас двигатель находится в заключительной стадии сборки. Для правильной сборки нам потребуется специнструмент. Инструмент мы будем использовать фирмы Ликота. Наборы АТА-2022 и АТА-0381. Из этих наборов нам потребуются фиксаторы валов, которые установлены на двигателе. Фиксатор распределительных валов. Фиксатор коленчатого вала, который установлен вот здесь вот. Имитатор натяжителя цепи. И установочный шаблон системы VANOS. Сейчас виден фиксатор коленчатого вала. С помощью его мы стопорим коленчатый вал в необходимом положении для выставления фаз. С помощью этого фиксатора мы стопорим валы в необходимом нам положении. С помощью установочного шаблона системы VANOS мы выставляем валы в необходимом нам положении. Имитатор натяжения цепи нам необходим для того, чтобы создать предварительный натяг цепи для правильной регулировки фаз. Для этого мы использовали динаметрическую отвертку и установили момент 0,7 ньютона метров.